В преддверии Дня знаний глава Ленинского района Сергей Кошман проинспектировал два новых детских сада в микрорайоне Дрожжино и Бутово-Парк. Ранее в нашем сюжете рассказывалось о строительстве этих дошкольных образовательных учреждений. И вот теперь, когда они готовы к сдаче, глава дал свою оценку построенным объектам. Первым объектом, который посетил глава, стал детский сад «Калейдоскоп» в микрорайоне Дрожжино. В День знаний он уже готов распахнуть свои двери для ребятишек. Здесь все готово к открытию – детские группы, пищевой блок, игровые площадки. Это дошкольное учебное заведение построено по индивидуальному проекту. В Московской области таких садов очень мало и рассчитано на 225 мест. Все сделано для того, чтобы детям было безопасно, а педагогический коллектив, конечно, постарается для того, чтобы дети развивались хорошо и были полностью готовы к школе. Следующим пунктом инспекции стал детский сад на 145 мест в микрорайоне Бутово-Парк. Открыть его к началу учебного года у строителей не получается. Спешка в этом деле ни к чему. Но до конца года и здесь дети начнут заниматься. Комфортно, достойно, функционально, со всей инфраструктурой тоже здесь все сделано. И убежден, что 145 детей, которые здесь будут находиться в этом детском саду, будут в достойных условиях. Всего в этом году будет сдано в эксплуатацию 3 детских сада, а по планам социального развития Ленинского района на ближайшие 4 года планируется открытие 8 школ и 9 дошкольных образовательных учреждений. Все они открываются на внебюджетные средства, то есть это все инвестиционные средства, не за счет бюджета, то есть привлеченные. И это говорит о многом. Говорит о том, что мы умеем работать с инвестором, мы умеем создавать условия комфортной среды для жителей. Новые детские сады в основном, конечно, возводятся в активно застраивающихся районах, так как именно здесь идет большое заселение жителями. Но и в старых кварталах уже существующие сады будут постепенно подвергаться капитальному ремонту. Таким образом, Ленинский район стремится избавиться от очередей в дошкольные образовательные учреждения и сделать жизнь горожан комфортнее. Впереди планеты всей мы идем Ленинским районом по строительству детских садов и школ. У нас очереди, как сказал и президент, и как сказал наш губернатор, очереди к 2015 году не должно быть и не будет. И если действительно строительство учебных заведений продолжится такими темпами, то в скором будущем наши дети смогут полноценно получать знания на всех этапах взросления. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.